Соседи – это люди, которые живут с нами поблизости. Порой они становятся настоящими друзьями и даже больше – почти родными. Все тяготы, невзгоды и радостные моменты они переживают вместе в одном доме, в одном дворе. Приятное событие – лишний раз повод встретиться. А еще отличный повод наконец-то познакомиться. Жители дома номер 44 на улице Пушкарева день двора устраивали сами. Пригласили сказочных героев. Гостей ждали вкусные угощения, сладкая вата, попкорн, чай из самовара и плюшки. Замечательный праздник продолжает свое движение по 16-му округу. Мы видим, сколько людей приходит сюда, сколько замечательных эмоций, сколько положительных эмоций вызывает такие мероприятия. А на улице Ефремова, 85, активные игры и викторины для детей проводили сотрудники местных детских садов. Под зажигательную музыку детвора водила хороводы и танцевала. Когда нам предложили поучаствовать в этом мероприятии, мы открылись с удовольствием. И нам очень помогли. Мы устроили праздник соседа. Это очень весело и очень интересно. И нас, председатели домов, нас поддержали в эту трудную минуту, потому что сейчас снегопад. Но все, что возможно, мы сделали. И устроили праздник. Мы готовились, мы старались. Родители нам помогли, детки. Нам очень весело. Также праздники двора прошли в Заволжском, Барышском, Меликесском, Кузоватовских районах области. Участников мероприятий стали более 400 человек. Светлана Карпухина, Улправда ТВ.